Джайна! И... Джайна! Не стоило напрашиваться. Моя магия сокрушит. Я хожу первый, фростболт мне не нужен, мне в принципе ничего не нужно. Сумеченный дракон. Ну, сумеченный дракон будет играть плохо. Походу, если он не... если я не хожу второй... Меня более чем устраивает эта рука, три механизма. Все, держим и ползун. Это как вариант какой-то ответ. Если он достанет Воргена, то нормальный ползун надо достать. Морозит лицо ему, смысла особого там... Чух-чух-чух-ту-ту, говорит он. Ладно, запомним. Как бы пофигу на заморозку его лица. Ну, замечательно, что он решает его три раза пином в него выстрелить. Блин, вот что у меня за рука? Окей, я что-то резко слишком проатаковал, надо его послушать немного. Он какой-то сумасшедший. Сумасшедшего надо всегда слушать, потому что... Не знаю. Ну, вот у меня новый каунтер, это, по сути, с ограми. Здесь аж чего они особо затащат? Водный элементаль или йети? Вот вопрос. Я думаю, йети. Даже если он его уберет каким-то фаерболом сейчас... Я не расстроюсь. С другой стороны, если он мне огненную пушку покажет и добьет его, то тогда расстроюсь. Ну, то есть, его-то он добьет. Но с другой стороны, против него он это и не будет делать. А против него может и попадет сюда. Хотя он мне его тоже добьет. Тоже не очень здорово. Ну ладно. Йети просто агрессивнее, поэтому я хочу его достать вперед. Один выстрел, один. Ладно, пожалуйста. Я достану второго и убью эту девушку. Раскрашенную. Хиппи. Эльфа вообще хиппи. Если кто не знал. Может мне убить 2-1, я опять же не расстроюсь совсем. То есть он тратит ману на вот эту чушь. Пожалуйста. Я не хочу доставать четырех существ. Поэтому я достану одного водного элементаля. И сделаю пин. Мне кажется, это более чем достаточно. Даже если он сейчас сделает пин сюда... Да, у меня в любом случае 7 и здесь еще 6. То есть я его убиваю. Какая-то игра в одну калитку. Ну, не, ну действительно, конечно, с такой стартовой рукой это не серьезно. Ну, ладно, видимо, он поживет еще ходов. Флеймстрайк меня вообще не беспокоит. Вот. Не убьешь ни одного. Жаль, Unstable Portal, конечно, еще не увидели. Эх, не дали мне его, не дали. Hmm.
Вера, мой щит. Я тебя убиваю. Таких тирок и друидов я должен вообще уничтожать такой колодой. Если у меня особенно выходит, ну, на первых ходах. Чух-чух-чух. Джайна и Андуин! Свет дарует мне победу. Не стоило напрашиваться. Но это не надо. Я хожу второй, в принципе, пойдет. Давай. Хорошая рука. Словно. Хотя фростбол тоже, наверное, нет такое. У меня слишком много замораживающих парней, чтобы прям именно фростбол держать на. Окей. Фростбол вперед. Главное не 3-4. Его я не хочу. Ой. Если я достану вот этого, то он будет опять же с бонусом, поэтому не нужно отдавать ей. Ну, в любом случае, у меня есть четверка на следующий ход. И Йети именно вот его убивает, Йети, с Йети трудно ему совладать при сном. Поэтому вперед Йети. Здесь он просто идеален. Айтинг спаун. Вариант один. Я делаю пин сюда, добиваю Йети. Чем хорошо? Что же делать? Не останется Йети, соответственно, и вроде как бы это неплохо. Да? Захочет так разбить, ну пускай разбивает. Другой вариант. Достаю водного элементаля, убиваю его. Мне остается 3 здоровья, но он мне может... Если он, у него еще есть пейн, и он мне уничтожит водного элементаля, это будет вообще печально. Да, то есть останется вот этот парень на столе. Мне кажется, я сыграю более безопасно, хотя, может быть, это не совсем верно. Я сделаю так. Холинова какая-нибудь, ну, пожалуйста. Это будет плохо, но... Да, походу, не знаю. Ну, здесь вообще просто отличная часть, потому что я смогу сделать водного элементаля с 4 атаками. Не знаю, что может быть лучше? Ничего вообще не может быть лучше. Мечта. Ша. Окей. Он тоже нашел мне ответ. Что это за запчасти? Круто. Скажу я вам. Давай водный элементарий пин сюда, чтобы если он вдруг что-то как-то захочет, им надо полететь. Так он просто убьет его. Главное, пейны никакие не получить. Учитывая большое количество... Да помогут мне. Это не страшно. Надеюсь, тебе нравится. Это флеймстрайк, походу, будет первый. Тебе нужно благословение. Это будет флеймстрайк. Вообще не сомневаюсь ни секунды. Уничтожить 3 карты, но это там не сильно за карту считается, но... Здесь остальные считаются. Флеймстрайком это все. Считаю, что победа. У меня рука бесконечной заморозки. Вайлд Дрейк
сейчас хорошо будет. На второго еще. Да, давай. Идеально по мане. Не подставляюсь под main control тека. С этими ребятами. Обнаружена магия. Интересно. Еще одна хулинова. На самом деле это проблема небольшая. Ну, у меня много карт, это меня спасает. Ну, в любом случае, мне придется так убиться. Давай. Три. Два, два, один. Не, Mind Control Tech, я не хочу его видеть. Да, пускай. Пользу с него я уже не получу. Не лезь на клыки! Я готов! Не очень. Ладно, придется так забрать, пином сюда и кучу двоек. Давай. Я мечтаю быть похожей на тебя. Не боюсь Mind Control Tech'а. Боюсь хулиновы. О, это тоже что-то интересное и веселое. Но это, наверное, будет... Да, это будет по-любому ледяное копье. Без вариантов. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Что это вообще? Ну что, начнем? Это неприятно. Сильно неприятно, я бы даже сказал. Это стоит единицу. Единица 1-2 это нормально. Блин, забирать его надо. И придется девочка так и так. Да. Я? Ты. Я? Мне кажется, я рекомбинатора даже для Battlecry не наставлю. Я? Но сейчас он бесполезен. Ну, просто занять стол, но не сильно прям не так важно. У меня еще есть, у меня много еще карт крутых. Это не совсем крутая карта. Ну, ладно, у меня было много двоек, и нормально то, что я их выбираю. Логично. Врата открыты. Началось. Я этого оставлю. Пользы с этого никакой уже нету особо. Вот это здорово. Надеюсь, тебе нравится. Вот ее я и превращу во что-нибудь другое. Одни двойки. Будет немножко щекотно. Не сильно круче, скажу я вам. Ладно. Я достану его.
Так как он вообще самый агрессивный, что может быть. Сейчас. Да, я в него сделаю пином. Интересно, ты вообще ничего не хочешь доставать? Пейнт? А, Санс. Ну ладно, да, логично. Я бы тоже сделал Санс. Это я оставлю. Время меняется. Время меняться. Печальненько, учитывая то, что у меня вот это вот что, да, и надо было запускать. Время меняться. Да вам не убить. Проатакую хоть раз, хотя бы. На 4 на да на 4. О, вообще тащи. Ну должно же было мне наконец-то прийти что-то серьезное. Давай без майн-контрол. Ну хотя майн-контрол я выиграл все равно. Да, так что можешь майн-контрол делать. Неплохо сыграно. Я победил. Кого мне убить? Ну такая серьезная была партия. Напряженная, напряженная. Хотя насколько сильно я его вначале уничтожал. Мне как-то выдвинул в этот. Выехал. Кстати, интересно, а если Lightning Bomb, ну вот это за шестерку у приста Эпик, наносят наводных элементалей, они себя замораживают? Такой вот вопрос возник. Я могу на первом ходу и достать. На втором ходу достать. На третьем ходу оно будет... Да, давай. Хотя хочется и на третьем ходу достать вот лучше на элементаре. Нет. Идет запуск! Порталы открыты! Толк с этого что-то я, правда, не очень вижу. Ну, может быть, Харвест придет или... Нет, я тебе тоже не очень. В любом случае, на следующий ход я это сделаю, девочку. Наверное. Ну, на самом деле, довольно жесткая АУЕ. Потому что, как правило, у существ больше атаки, чем здоровья. Интересно. Пожалуйста. Ну, давай я тебе его. Ты только что потратил пейн. Пропусти ход, вообще замечательно будет. Я сделаю снегочуха. И... Да, и все. А уже на четвертый ход я могу миллион вариантов тебе предложить.
Надо подумать. Я этим займусь! Конечно, я рад. Я на халяву получаю просто парня. И вот этому рад. Потому что Симон утрачен. Вообще замечательный ход для меня. Я не знаю, зачем он отдал. Ну, даже если у меня будет смайт сейчас, и чего? Это хорошо для тебя? Что ты кинешь смайт? Ну, то есть две карты разменяешь на одну? Нет. Вообще ничего хорошего. В ином случае я просто сейчас уничтожу твою любую четверку. Интересно. И тебе не очень. Дес. Ладно. Ладно. Уже был Пейн, уже был Дес. Я все же более агрессивный, что сейчас достану. Я могу, конечно, достать там двойку плюс пин сделать. Но, в принципе, это же остается на месте. Остается, поэтому зачем мне что-то кого-то как-то добивать с помощью пина? Нет, не надо. Надо подумать. Время крушить. Я готов выступать. Окей. Наверное, слэшбаучер просто. Ну да. Ману потрачу, нормально. Интересно. Две двойки, да ну нафиг это делать. Приготовились считать Ogre Counter. Ну как он, ну в принципе ничего ж не может. Может и круто. Мне бы желательно, чтобы он вот так вот сделал. Минус один. Неудачно получилось. Не то. Окей. Ну, забрать мне его, наверное, стоит. А кем мне его забрать? Наверное, вот этим. Хотя, о чем мне водного элементаля залить? Да, я лучше, наверное, вот это я ценю больше, чем водного элементаля. Даунт. У меня все же очень много заморозок. Давай, едь, едь, против креста всегда хорошо. Айсленсов нету, поэтому. Проклятые готовы сражаться. Не сильно меняет прям. Дестинго! Окей. Ну, вообще здорово. Я лучше доведу до 4 его, чем буду. Блин, хули нового меня накроет. Ну, что поделать. А если на него кину? Заберу. Не, да-да, он умрет. Не-не-не-не-не. Надо ли мне 100 тысяч доставать? Я не боюсь Mind Control Tech, у меня все существа довольно слабые. Могу, конечно, задровить лучше. Не, но так у меня хоть что-то останется на поле боя после поле нового, поэтому я его достану. Сможешь разобраться с потенциальной там тройкой, например. Лок. Ну, убью 1-1. Хотя нет, вот так лучше даже 1-1 убью, потому что от Хольдного все равно умирает. В наступление. Давай, подровы. Нравится моя изобретательность. Еще подровы, почему нет? Передай мне тангенциальный. Заморозку у меня есть на столе. Бомба. Что лучше, превратить двойку в другую или четверку? Я думаю, четверку лучше.
Он будет тройку в другой превратить. Потому что 3-11 все же так себе. Сколько целей для эксперимента, а? Здорово. Могу его достать и то, что из него выйдет, превратить во что-то другое, потому что... ну, однажды мне уже сильно это помогло, что... Ну, правда, не с этой картой было, а с четверкой, то, что он разбился и достал мне Explosive Ship против друида. И если бы он там сделал свайп, то Explosive Ship мне вообще весь стол разорвал в клочья. Да, ну, там у меня был такой... Интересно. Такая ситуация, что я очень впереди был. Я тупо, я сразу же... Превратил во что-то другое. Тебя убиваю, нет? Сколько у меня урона? 4-4. Мне кажется, убиваю. 5, 8, +8, +4, 20. Да, 21. Наступление. Если ты так считаешь, а временно подумать. Будет немножко щекотно. Давай тебе. Эрди Стени! О, прикольно, он мне дал скол дэмэдж. Да, это забавно. Если бы мне не хватало, был бы эпик. Но, к сожалению, мне хватало. Поэтому ничего крутого. Моя магия сокрушит. Так как хожу второй, я думаю, я могу себе сумеречного дракона позволить оставить. Это я уберу. Ход 1, ход 2, ход 3. Да, на третий ход сумеречный дракон тоже, конечно, не очень здорово. Особенно, что у тебя есть первый и второй. То есть, что это будет? Ну, а когда еще его пускать? Понятно. С меня будет... О, у меня вообще ничего не будет практически. Нет, я его тогда подержу в руках. Окей. Гого ползун. Ну или девочка лучше. Мне кажется, лучше девочка. Просто она более опасная такая. Я мечтаю быть опасной. Ну если он сейчас начнет мне пин... Вот... На второй ход, когда он начинает пином стрелять, это не очень приятно. На третий, да пожалуйста. Мы третий, четвертый надо. Мои глаза всегда открыты. Ну вот. Может быть отдать зомби? И пин? Чтобы иметь возможность на следующий ход нормального Twilight Drake сделать? Если я сделаю сейчас Twilight Drake, то он будет... Ну, кстати, 4-5 будет. Это более чем достаточно, наверное. Что же делать? Да, давай я Twilight Drake. Больше я из него все равно не выжму и... Ну, там, плюс один это такой, серьезно. Жмак. Что он может плюс один? Ну, да, ладно, сейчас есть огненная пушка. Поэтому это важно немного, но... Тут еще рандом. Что как куда попадет. Окей. Я тоже достану яйца, почему нет? Я могу, конечно, тебя разбить и ползуна достать, но нафиг мне это надо. А если вы сейчас за наш Жатар, хотя... Ну, а что, может форсир, конечно, вот это форсир самый плохой будет. Да, ты мне ударишь, ты меня разобьешь и форсир сделаешь. Хотя это тоже такое, что вот я ему сейчас подставляю вот этого йети, он мне сейчас его разобьет, и какая-то запчасть ему очень полезная придет.
Ну, например, даже плюс 1 хп. Полезно это? Более чем полезно. Сейчас, в данной ситуации. Всем не допью пином. Это не такое. Вот, не решает его убить. Наверное, я сделал неверно, что достал Йети. Хотя бы потому, что... Ну ладно, здесь это не сильно важно. Твал Джрейк, наверное, хуже, чем Йети. Я дам его. Как-то какие-то еще возможности у меня нету. Мне придется делать пин в 4-3. Что же делать? Давай. Здорово! Давай, сестра. Чё надо? Собачка. Странно, что не поедете выстрелить. Нужна ли мне сейчас карты какие-то еще? Нет, я не думаю, что мне нужны карты еще. Придется потратиться. Вот эта карта. Кого мне убить? Не очень, конечно, здорово. Что поделать? Оставить собачку? Не, получу флеймстрайк, у меня взорвется все. Давай вот таких вот цепких ребят поставлю. Да, на. Плюс к атаке. Неплохо. В принципе, учитывая то, что у меня такая слабые существа с атакой на столе. Твоя магия тебя не спасет. Очень хорошо. Окей. Паучок разменяется ровно на спеллбрекера. Хорошо? Я считаю, что да. Наверное, я даже дровну еще карту. Передай мне тангенциальный прощатель. Ну, да, и как бы нет, не знаю, не очень-то и трэш. В принципе... Не знаю, не, мне весело. Мне по-любому весело, потому что дофига новых карт, и это здорово. Хочешь что-нибудь взорвать? Не знаю, я не сильно разделяю твою любовь к нему. Мне кажется, что он слабоват. А что я хочу? Наверное, Йети плюс уборочный голем. Вот мой ход. Я его беру. Мой самый любимый это который за пятерку 4 дамаги приносит в рандомное существо. Вот мне он дико нравится. Ну, страйк. Что это? Провокация. Не, провокация мне не надо. Что таращишься? Вообще не нужна провокация. Давай мне ребят побольше доставать. Ладно, пиробласт. Да, и теперь у меня мертвая рука, и это мне не нравится. А у тебя английский? Скажи мне, у тебя английский? Пусть боль говорит за меня. Наверное, я отдам один флеймстрайк на это. Не
зал. Да, давай. Но он у тебя по умолчанию, да, был английский, когда ты его скачал сразу? Нам по умолчанию дают русскую версию, и сейчас я не могу это ничего с этим сделать. Мне это не нравится. Слышь, Баучер, вполне. Ну вот, а сейчас даже ты как бы пытаешься сделать это на английский, как делал это до этого, то есть заходишь в папку клиент, делаешь, и все равно это вообще не волнует игру. Неплохо у него, да? Пиробласт, два фаербола уже показал. Что еще? В свете все равны. Это флеймстрайк. Походу. Вообще замечательно. Чух-чух-чух-ту-ту! Давай, мой чух-чух-чух. Били моего чух-чух-чуха. Элементаль. У меня тоже есть водный элементаль. Ой-ой-ой, ты кто? У меня есть еще один уходный инвентарь. Мне нет смысла вот это сюда кидать. Да. Потому что он еще будет заморожен, а я нет. Неплохо сыграно. Это вообще-то фига крутых карт, и вот этот же, например, танк 7-7 за 8. Мне более чем нравится. По сути, только маг его довольно просто может законтрить. А что другим классом с ним делать, я вообще ума не представляю. Ну ладно, паладин еще тоже, у него много один на 10. Моя магия сокрушит правила. Тебя. Это я от этого откажусь. Куча двоек, приди ко мне. Ну, я могу через монетку достать вот этого парня и сразу же упорить. Нет, я не буду так делать. Делать я не буду, да. Ну да. Я маленький, а бью больно. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё-то мне стало сразу стрёмно. Я, наверное, через монетку Харест Голема достану, потому что мне стрёмно. Вот этот парень, он слишком взрывоопасен. Надо с ним как-то расправляться сразу. Достану просто 2-3, он меня его убьёт. Ну, наверное, я даже забафу его. Пофигу, что 4 получу.
Ну ладно, зато у меня останется на столе побольше сейчас. Да, это мне тоже разнесет кабину. Только в путь. Ты язык лаунчера выбираешь, а не язык игры. Проблема в этом. Пойдет, ладно. Это не атлетин, друг. Это мне не страшно. Само собой, я убью тебя. Давай тебя достану. И подхилюсь, потому что мне... уже не очень. Ну, не знаю, ладно. Переустановлю попозже. Да. Давай этим. Ну, в принципе, нормально, я могу его забрать. Тут тоже довольно здорово. Да, и четверка. Все, что мне надо. Хотя, конечно, опасно. Учитывая мое количество здоровья. Еще один файбл. Должна очистить солнечный колодец. Ну это жесть какая-то. Фростболт. Фростболт меня спасет? Ну, не знаю. Могу ее убрать. Это хорошо, но не знаю. Давай так начну. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. 3-2. Хотя бы 3 урона убрать. Ну, я, наверное, проиграл. Ну это самый жесткий старт, который, мне кажется, можно было придумать. Сразу занял стол зомби и второе существо жесть. Третье существо жесть. Интересно. Чего он четвертый показал, не помню. А, пин сделал и еще двойку достал. Потом кода. Потом фаербол, фаербол. Шаттерсан, ну это уже такое. Остаточное. Я щит Аргуса. Да пожалуйста. Так, этим я буду проверять. Может быть, это контрспелл. Ну, тут не важно. Аргус. Ну, ладно. Аргус так Аргус. Что я с этим Аргусом буду делать, не знаю. Просто два их выйдет. Хотя два будет, вряд ли. Пин захочет сделать. Я с этим покончу. Кто такая? Ну, мне придется, видимо, делать. Слава. Да, если он себя по-любому делает. Ну, давай. Если ты так считаешь. Наверное, надо было правильнее зомби доставать. А вот это и биться. Ну, давай тогда еще так сделаем. Если ты так считаешь. Ну,
Если ты так считаешь... Ну, то есть я сейчас ожидаю Аргус. Будет довольно круто, если в Санстрек придет. Примкни к нам или умри. Можно одновременно. Я щит Аргуса! Ага. Да, зомби мне здесь помог. Ты мне не поможет. Все, пока. Эта партия пока. Ну, констру можно будет поиграть. Констра там, да-да-да, первое время будет вообще весело. Миллионы различных колод, и вот это здорово. Не играть одним и тем же унылым отстоем. Просто миллион хантеров одних и тех же. Да, ну, кому это надо? Где здесь веселье? Никакого веселья. Даже такой момент, что кто-то сидит ванит на хантеров, да, а при этом играет обычным унылищим контроль воином, который, ну, опять же, без фантазии какой-то. Моя магия сокрушит тебя. Такой, не, этот мне не нравится совсем рука, я хочу что-то другое, потому что, ну, у нас инженер, что это такое? Мне сразу убьет ее спины, и я не смогу шаттерсан ничего забафать. Поэтому я пас. Что-то другое. Вот зомби здорово. Может быть, вот этот парень нормально сыграет. Хотя вряд ли. Здравствуй. Что тут зависит от того, сколько у меня чего? Ну, в смысле, зеленых, давай. Что ты не дашь? Здравствуй. Рыбу мне даст. Да. С двумя. Вот эту штуку дает. А еще раз нажму. Не. Я тоже думал, тут что-то как-то прикольное, а тут... Да. Серьезно. Не, я по-любому достану в первую очередь вот этого парня, потому что у него будет четверочка. Пару раз ударил и хватит. Даже если у него сейчас 8 карт, если он даже сделает монетку плюс что-то, все равно он останется с бафом. Ну что, в принципе, такая хорошая против медленных колод карта. Я вообще не ожидал, что он сыграет. Достанешь две... Нет, станет одну. Ладно, я его забафую, разменяю. Тоже нормально. Наверное. Мы, ну, да. Должны очистить солнечный колодец. Я вообще могу в лицо пойти ему резко, учитывая, что у меня есть два Вайсленса. Да не. Не серьезно. Да, вот еще останется в живых, и ему пин придется отдавать. Что здорово. Но она редко играет, это тут даже без вариантов. Она реально будет играть редко. Но даже 2-4, ну ладно, сойдет. Не так уж это и плохо. Здесь Йети и девочку я игнорирую, она мне интересна. Наступление. Так как монетку он отдал, я, наверное, следующим ходом вот голема достану, а потом уже огра. Фреймстрайк он не может на что-то подвинуть. Боль говорит за меня. Фростболт, окей. Ну, пожалуйста. Наступление. Пускай он тратит всю ману. Да. Ну, как бы не всю, там двоечку. Это нормально, что он потратит на Йети. Пускай. Мне это устраивает. Без деньги! Ну, и это меня устраивает. Я отдам тебе вот этих ребят. Совершенно бесполезная штука сейчас. В наступление! Нет, так это не серьезно. Наступление. Пускай поедет. Наступление.
Прилетелся на 5, получил на 6. Сойдет. Фростбол придет. Игра закончится, по сути. Дрейк. Да ну его, я его буду игнорировать. Слишком он какой-то. Забавься чем-то хочешь. А. И что, флеймстрайк делать? Ну как-то не очень. Для флеймстрайка-то. Но в то же время нормально. Да, давай через девочку флеймстрайк. Я мечтаю быть похожей на тебя. Она породила бездна. Его таунтом сделать. Давай. Все хотят ракету, все хотят ракета. Давай. С первого раза попаду. Я же профессионал в этом деле. Вера, мой щит. Ну, вот это не очень здорово. Ну ладно, я в любом случае могу. Неплохо сыграно. Хотя, наверное, может и не будет. Это